Здравствуйте, сегодня я хотел бы вам рассказать про окончательную версию своего мотоциклика, как он будет выглядеть, что мы здесь добавили. Мы сделали указатели поворотов, ручки сцепления и тормоза, вернее наоборот тормоз и сцепление, зеркала, щиток вот здесь, вот он добавили. Сделали ему выхлопные трубы из заклепок для заклепочника. Сделал я ему сидушку. Сделал задние повороты. И поставил ему стоп-сигнал. То есть выглядит теперь он вот так. Не знаю, видно, не видно. Вот такая вот техника теперь. Добавил ему вот сюда, вот, так скажем, часть как будто двигателя, чтобы объем пустоты не было. Так что вот такая вот, так он теперь выглядит. Вот так, в общем, неплохо. Если видео было кому-то полезным, интересным, ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. Все, всем спасибо, до свидания.